Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується наш наступний спікер. Це Денис Прохоров, його позивний Кіт. Він є командиром полку імені Кастуся Калиновського. Тобто це саме білоруські добровольці, які приєдналися до того, до українського опору, які допомагають нам вбивати російських окупантів. Пане Денисе, добрий день. Чи чуєте нас? Здравствуйте, да, слышу вас хорошо. Живе Білорусь, слава Україні. Я хочу почати з такої дуже важливої теми. Ну, повідомляється ж про те, що 26 червня під час розвідки під Лисичанськом 11 білоруських бійців-добровольців стримували танковий прорив російських військ. І от відомо про те, що п'ятеро з них повернулися живими, шестеро не повернулися. Вже відомо про те, що, на жаль, загинув Іван Марчук з позивним «Брест». Він був командиром батальйону «Волат». Також от видання «Радіо Свобода» опублікувало імена зниклих після боїв під Лисичанськом. Повідомляється, що Ян Тромблі Дюрбейко та Сергій Кліщ Дьохтьов потрапили в полон. І от наразі невідома доля Василя Порфєнкова, його позивний «Сябр», Василя Грудовика, його позивний «Атам», і Вадима Шатрова, його позивний «Папік». От, чи можете, може ви знаєте більше, може у вас є більше інформації, що ви можете нам про це розповісти? Во-первых, я хотел бы сказать, что у нас в полку есть официальный пресс-релиз. Мы работаем, изначально собираем всю информацию, только после того, как мы ее проверяем, делаем официальный пресс-релиз и, скажем так, выкатываем свою информацию достоверную. Поскольку в интернете очень много разных слухов, мы стараемся перепроверять по сотню раз всю информацию. Что касательно всего того, что вы сказали выше. Да, к сожалению, ну, я в первую очередь выражаю глубочайшие соболезнования родным Вани Бреста. Знаком был с ним лично. Это великая утрата в наших рядах. По поводу ребят, которые сейчас находятся в плену, в принципе, ситуация такова, что они находятся... Ну, они есть военнослужащими ЗСУ, а значит, скажем так, на них распространяются все соответствующие свойства, такие как конвенция Женевская, и, естественно, будем уже работать в направлении, чтобы их либо как-то выкупать, либо же обменивать. По информации остальных наших бойцов мы работаем. Сейчас ведется полная работа по поводу уточнения, максимального уточнения информации про Васю Парфенкова, Василия Парфенкова, потому что есть некоторая неясность, мы не хотим вводить в заблуждение неточной информации. Я вас зрозумів. Ну, насправді, це я тут маю підтвердити, це величезна трагедія, те, що ну, ми втратили так командира батальйону «Волат», саме Івана Марчука. Я хочу запитати саме про те, що ви побачили на цій війні. Тут знову хочу наголосити для наших слухачів, що це саме полк імені Калиновського, чи це саме полк з білоруських добровольців. І коли ви зрозуміли, що Росія також є вашим ворогом? Ну, що касательно мене лично, я приїхав в Україну в кінці 2014 року, все з той же місії, і ще тоді захищати, стояти на защиті України і свободи України. Для мене це лично, як для білоруса, пряма зв'язь і свобода Білорусі також. Да? Тобто у нас зараз в полку негласний такий... Внегласный наш кредо – это вызволять Украину, вызволять Беларусь про вызволение Украины. И никак иначе не получится, потому что смерть путинского режима сейчас лежит только сначала через свободу Украины, а потом мы уже будем думать как-то в сторону Беларуси. Ну, с 2014 года шел по стопам, и вот сейчас это... Вторая фаза полномасштабной войны уже, совершенно отличающаяся от того, что было ранее. Фаза жесткая, фаза с большими потерями. И
за все то время, с 2014 года, ЗСУ показали, что они не сидели сложа руки, они готовились, и мы можем видеть, насколько сильно дают по зубам сбройные силы Украины российским агрессорам. И это не может не радовать, это поднимает боевой дух. Наши же ребята, белорусы, едут сюда с единственной целью опять-таки освободить Украину и дальше в надеждах освобождать Беларусь от режима Лукашенко. Ну, це от зараз буде складне запитання. Я не впевнений, що у вас може бути відповідь. Я не впевнений, що у когось є відповідь, але все рівно, ну, здається, що от у своїй такій масі білоруси не бачать саме що росіяни є їхніми ворогами. Ну, тобто, коли ми говоримо про таких білорусів, які виходили на протести у 2020 році, зрозуміло, що вони протестували проти злочинного режиму Лукашенка, наразі самопроголошеного президента Білорусі. Але от як ви гадаєте, чи можна говорити про те, що білорусі готові сприймати росіян як ворогів? І якщо це не так, то чому? Естественно, не все. Естественно, всегда есть процент тех людей, которые не видят картину целиком. Однако большинство тех, кто ощутил, что режим Лукашенко напрямую связан с российским режимом, с режимом Путина. Почему есть люди, которые не видят проблематику? Ну, это все, опять-таки, зависит от того, какую информацию они хотят черпать. Ну, скажем так... На мой взгляд, это первая причина всему. То есть наше телевидение, наш инфоповод в Беларуси, он полностью подконтрольный практически, да, везде. Все, что касательно телевидения, газет и так далее и тому подобное, просто среднестатистический белорус, ему тяжело видеть картину целиком. Однако, опять-таки, протесты 2020 года меня очень сильно приятно удивили в том плане, что люди очнулись, и многомиллионная публика все-таки восстала с бело-червоно-белыми стягами, вспомнили, кто такие белорусы. Ну, нужно понимать, что работа по уничтожению белорусской культуры велась больше, чем 20, там, ну, почти 30 лет, да, то есть... Естественно, самоидентификация как белорусов, она где-то внутри закопана, однако вот надоело людям ложь, надоело все это, и, скажем так, восстали. Сейчас их прибили в 2020 году силой, и терпение у всех уже опять-таки на ноль ушло. Все те, кто не захотел мириться с этим решением самопровозглашенного, уехали в другие страны, и вот сейчас для них есть, скажем так, максимальный шанс показать, что они все-таки готовы дальше бороться с этим режимом. Як ви гадаєте, чи вони готові боротися з режимом? Ну, ви точно знаєте про ці суперечки, які виникають саме зараз між українцями та білорусами. Українці звинувачують білорусів, що нібито от вони могли б виходити на масові протести, вони могли робити більше для того, щоб повалювати режим Лукашенка, протистояти тому, що там зараз є така, ну, фактично окупація Білорусі Росією, тому що там розміщується військова техніка. Ця військова техніка б'є по цивільних містах України з території Білорусі. Як ви гадаєте, чого українці, чого ми не розуміємо про білорусів? От саме в цій ситуації, в якій зараз опинилися громадяни Білорусі? Ну, опять-таки, скажімо так, є, звісно ж, желание того, чтобы белорусы прям все восстали и начали действовать против режима хоть как-то, да, однако нужно опять-таки понимать, что как я сказал выше, белорусы затоптаны 30-летним режимом, и плюс 20-й год очень сильно забил, убил, изнасиловал многих восстающих. Я думаю, что есть люди, которые сейчас действуют какими-то партизанскими движениями, если по этому поводу посмотреть, да, то есть есть какие-то такие вот мини-группы. Все, что касается основной массы людей, это, ну, люди, которые желают, наверное, что-то делать, однако находятся просто в страхе, в оккупации, ну, террориста, да, усатого. Просто остаться без работы, ну, остаться без родных, просто которых позакрывают ни за что, да, то есть как бы это так работает режим. Очень многие напуганы этим режимом и действуют только вот энтузиасты поодиночке, по группам, где-то как-то.
Ну, я тут маю навіть повідомити, є така новина, ну, досить показова, тому що жителя Брейської області, такого Володимира Ковальова, його засудили до 2 років обмеження волі, так званої домашньої хімії, за написи «Слава Україні», «Смерть рашистським окупантам» і «Лукашисти-фашисти». Ну, тому, тобто людина, яка просто ну, написала щось на стіні, так, от її засудили на 2 роки просто за такий напис. Ну, от ви говорили про те, що ну, не те, що переважна більшість, а ну, можемо сказати, що велика кількість білорусів не бачить повної картини, і тому вони ну, не вбачають в росіянах своїх ворогів, чи не вважають путінський режим ворожим до них. Але також ви згадали про те, що вони бачать по телебаченню, а там їм саме показують, от саме зараз їм показують те саме, що і російським телеглядачам, тобто мається на увазі про те, що тут нацисти, що спеціальна операція російська так звана, що вона звільнює українців від нацистів, що їх треба вбивати і так далі, що ми самі знищуємо свої міста, що ми розбомбили Маріуполь, звісно, і вбиваємо людей, Буча це фейк, ну це все. Тож от, і при цьому ми говоримо про те, що ну, білоруси ну, мають добре відноситися до українців. Як ви вважаєте, як пропаганда діє на мізки громадян Білорусі? Ну, я, во-первых, скажу, что я говорил, что тех, кто не видит россиян как врагов, их меньшинство, их мало осталось на самом деле. Большое количество людей просто боятся что-то делать, да? А именно тех, кто прям не верит в то, что там путинский режим – это враги, их очень мало. Пропаганда, ну, не знаю, я думаю, что нужно быть совершенно дураком, чтобы верить в то, что Буча это фейк, что украинцы сами себя бомбят. То есть как бы я сам сталкивался с такими людьми, с некоторыми, которые действительно в первые дни войны, там, ну, полномасштабной войны имеется в виду, верили в то, что ракеты летят из Украины в Украину сами по себе и рассказывали мне о том, что Буча это фейк, хотя я сам, ну, там, чудом выбрался, да, из Ворзеля на обороне Бучи. И, ну, как сказать, людей, ну, не знаю, безмозглые хочется назвать, потому что нужно проверять информацию, и вот касательно тех белорусов, которые не видят всей картины целиком и свято верят в режим, я бы не называл их белорусами даже, может быть, это как-то жестко, но вот как-то так. Я зрозумів. Ну, тут в мене є таке дуже персональне запитання. Я знаю, ну, ми знаємо, зрозуміло, що про це писали. Ну, по-перше, ми знаємо про те, як білоруський режим тисне на тих, хто намагається йому протистояти. І, ну, ми пам'ятаємо про той випадок, коли вашу маму змусили записати якесь звернення про те, що вона засуджує ваші дії. Тож, от, як розвиваються події в цьому плані? І взагалі, чи можливо такому протистояти? Ну, скажем так, у режима тоже есть свои какие-то планы, да, ну, то есть план на день, грубо говоря, там, службам, которые нужно сделать, там, да, нужно как-то помешать работе белорусов в Украине, которые там обнаглели, да, с их точки зрения. Ну, и какой способ они могут сделать? Ну, вот это один из способов, причем я своих родителей предупреждал о том, что это возможно, и поэтому сказал, чтобы они согласились говорить все, что угодно. То есть, понятное дело, что моим родителям было это неприятно, приятно говорить, однако они с пониманием относятся, я с пониманием отношусь к этой всей ситуации. Я дальше выходил на контакт с родителями, объяснял все, то есть как бы ситуация, можно даже сказать, уже классическая для белорусского режима, да, для вот этого режима Лукашенко, извиняюсь, пытаются сделать как-то, пытаются нагадить, пытаются ставить палки в колеса, какими способами они могут это сделать, ну, естественно, через каких-то родных, пытаться дестабилизировать моральную составляющую от бойцов, в том числе и вот мою, да. Ну, от ви сказали про те, що ви ну, дивом вибралися з Ворзеля. Я так розумію, що це були, ну, були такі перші дні цієї такої широкомасштабної агресії Росії проти України. Тож, чи можете ви розповісти, що ви там побачили? Яким для вас був початок от, саме цієї широкомасштабної війни Росії проти України? Ну, якщо
вкратце, прям то за пару недель до того, как все началось, я мониторил ситуацию и видел, к чему все это идет, и уже выбирал пути, скажем так, куда присоединяться в случае, ну, когда все произойдет. Так вышло, что мы с ребятами очутились в ТРУ Азов в Киеве. Вот, и тогда как раз-таки уже шло наступление по областям. Вот, в ходе некоторых операций мы вышли на операцию по защите Бучи, вот, в ходе которой мы попали, ну, мы вынуждены были сдерживать, скажем так, вражескую колонну техники пехотой. Вот, и в составе 40 человек мы удерживали бой, у нас завязался плотный бой в отеле «Вилла Сан-Марина», в ходе которого мы вынуждены были взять круговую оборону, которая длилась там порядка 12 часов. Мы сидели потом в этом всем. Погиб мой лучший друг Илья Литвин. Погибло еще много хороших ребят в этом бою. Много было раненых. Однако, ну, на тот момент у нас не было выбора, потому что не было времени. Уже враг подбирался к Киеву и, скажем так, формировались группы быстро тех, кто готов был идти, скажем так, вперед на врага. Вот. И в одном из этих, скажем так, боев, вот, в этом конкретно бою, в этой группе был я с Литвином в расчете РПГ. И чудом, скажем так, я выжил чудом. Чудом выжили ребята. Вот. Что я там увидел? Ну, я увидел бесчеловечное применение тяжелого вооружения со стороны российских войск по домам жилым. Я увидел просто противотанковые ракеты запускались в этот самый жилой комплекс, не жилой комплекс, а вот этот отель «Вилла Сан-Марина». Противотанковые ракеты летели по домам, то есть им, в принципе, было плевать, куда и чем стрелять. Главное было просто задача идти колонной и уничтожать все живое на пути. Вот. Ну, подробности того, как мы выходили, там, если вкратце, мы там до ночи сидели в окружении, потом под покровом ночи чудом выбирались, там раненых вытаскивали, прочее, это отдельная история. Но факт в том, что даже та дорога, по которой они решили двигаться колонной, она шла между гражданских домов. То есть была действительно дорога трассовая, где не было гражданских домов, мы ожидали там их встретить. Однако они выбрали дорогу, прикрываясь жилыми домами. То есть они технику погнали просто по дороге, вдоль которой стояли дома жилые, чтобы прикрываться в ходе боя. То есть как бы это все лицо орков Российской Федерации, этого путинского режима. Ну, от я саме хотів вас запитати. Я так розумію, що ну ви мали досвід спілкування там, мабуть, з полоненими цими росіянами. Ну, запитання в тому, мабуть, трошки дивно, що це за люди. Що ви про них зрозуміли? Ну, от ви ж пам'ятаєте, що на самому початку, коли полонені потрапляли до Збройних сил України, то ну, вони всі казали, знаєте, та ми не знали, та куди ми їхали. При цьому ті самі люди могли, те, що ви розповідаєте, що вони могли просто з танків стріляти по житлових будинках чи по готелю. Ну, тобто для них не мало це значення. А потім, коли потрапляли в полон, ну, вони нічого не знали і взагалі тут опинилися раптово. Це був для них великий сюрприз. От що ви про них дізналися? Скажімо так, я розділив би поділив би на кілька категорій ці війська. Були дійсно в малому кількості війська, яких кидали просто як пушечне м'ясо і говорили їм о том, що ви їдете і вас зараз зустрічать з цвіточками. Дійсно були такі на перших в первые дни колонны встречались, которые просто там автомат, один магазин, там что-то каремат. Ну, короче, видно было, что они не ехали там куда-то там что-то там воевать, да. То есть как, действительно им там пропагандой промыли мозги. Однако такие быстро закончились, их брали в плен, они блудились, уничтожались. И, скажем так, остались только две категории — это те, которые, скажем так, как пушечное мясо, которые ехали, стреляли
насиловали, убивали, им было плевать на все это. Они как орки себя вели, действительно, ходили, захватывали, воровали и так далее и тому подобное. Вот. И те, кто, скажем так, спецы, ну, спецпроизведения всякие, которые уже... Профессийные вбывцы. Да-да-да, профессиональные военные, профессиональные убийцы, которые, скажем так, на ветер патронов не пускали, вот. Им уже было важно, что делать и как. Они делали как. Мясо шло вперед, если там все хорошо, то есть за ними подходили. Если им надо было провести какую-то операцию, они там на пару деньков приезжают, отрабатывают, а дальше едет опять-таки вперед мясо, которое просто убивать, убивать, там, воровать, воровать. То есть как бы вот таким вот макаром обстоят дела. И, естественно, когда попадали в плен люди, они, естественно, сразу говорят, что о том, что мы вот мы обманутые, мы невинные дитя. Ну, зрозуміло, так, ми маємо їх пожаліти. Пане Денисе, я ще хочу вас запитати, ми багато говоримо з самого початку цієї такої широкомасштабної війни Росії проти України, про те, чи може прийняти Білорусь та білоруські війська участь у цій війні, чи вони вступлять на територію України. Чи ви щось знаєте про настрої в білоруській армії? Тому що, ну, з того, що ми знаємо, і ми говорили багато про це з експертами, з різними спікерами в наших ефірах, то вони нам розповідають, що, наприклад, там є частина таких офіцерів, ще таких радянських, для яких немає значення ніяка там ідентичність, нічого, вони просто отримують зарплатню і за цю зарплатню будуть виконувати будь-які накази. Тож от, що ви знаєте? Можливо, ви знаєте щось про настрої білорусів, саме військових? Ну, в тому числі, да, ця версія теж гуляє. Однак є ще версія, що військові частини, ну, воєнні частини зараз формуються офіцерами, російськими офіцерами. То есть целенаправленно снимают каких-то офицеров белорусских и ставят российских офицеров для того, чтобы они уже делали какие-то наказы, указы, и возможно, они их там как-то будут готовить на наступление. Однако, если мы говорим про настрои самих военнослужащих, то с момента наступления, а вот вторая фаза началась, я думаю, что увидев то количество погибших, да, орков в головах этих даже самых, скажем так, отдаленных от интернета военнослужащих, дошли эти цифры, может быть, в извращенном каком-то количестве, но они дошли. И пускай там будет написано не 35 тысяч, а 20 тысяч, все равно это огромные числа, и мотивация, конечно же, поубавилась у них после таких цифр. Мотивация поубавилась, когда они увидели, как разваливаются колонны танковые и бронетехники Байрактарами. Поверьте, никто не хочет ехать пушечным мясом. То есть моральная составляющая у них вообще, на мой взгляд, полностью погибла. То есть если раньше они, может быть, верили в какую-то свою силу, о том, что вот ведь мы с Россией, там с великой там страной, как пойдем, как всех захватим за три дня. Однако пришла Россия, за три дня только показала, как нужно. И сказали Байрактары привет, и как бы развернулись все колонны. Не получился блицкриг, и сейчас военнослужащие Беларуси сидят и чешут голову о том, ага, то если нас сейчас кинут, то мы что? Мы варианты какие? Сдаваться в плен? Варианты какие? Потеряться где-то в лесу, убегать, скидывать всю амуницию? Может быть. Потому что приказ-то может поступить им, ты от приказа не откажешься. Однако какое будет у них там уже внутри разлад, это уже, вот, на мой взгляд, это будет что-то типа на грани бессмысленной давки вперед пушечным мясом, либо же просто военнослужащие начнут бросать оружие і кто куда разбегаться. Як ви гадаєте, якщо це відбудеться, от якщо саме білоруська армія вступить на територію України і ЗСУ, зрозуміло, розіб'ють цю армію, до чого це може призвести? Є версія, що це приведе саме до повалення режиму Лукашенка, то, можливо, це й може бути на руку білоруським добровольцям. Нехай вони приходять, нехай їх тут вбивають, і тоді у Лукашенка не буде нічого, хто б міг його захищати. Естественно, в том числе я скажу так, что полк имени Калиновского первым будет стоять для того, чтобы уничтожать эти силы лукашенковского режима, и за нами нужно будет выстраиваться в очередь, потому что мы первые будем защищать Украину
от вот этих вот не сынов Беларуси, да, скажем так. Это для нас имеет очень большую ценность и важность, чтобы украинцы в дальнейшем понимали, что есть действительно белорусы, а есть вот прихвостни режима. Пане Денисе, по-перше, я хочу сказати, що ми вам дуже вдячні за те, що роблять білоруські добровольці. Ми дуже вдячні полку імені Кастуся Калиновського за те, що ви робите, за те, що ви приєдналися до опору українського. Нагадаю, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю слухачам, що з нами на зв'язку був Денис Прохоров, позивний Кіт. Він є командиром полку імені Кастуся Калиновського. Саме добровольці з Білорусі сформували цей полк у березні. Спочатку вони саме займалися тим, що обороняли Київ та Київську область. От щойно ми почули про цю історію, про те, що відбувалося, наприклад, у тому ж Гостомелі, що відбувалося у Бучі. Зараз, на жаль, ми маємо ситуацію, коли після відходу ЗСУ, ну, під час операції, я так розумію, коли ЗСУ відходили від Лисичанську, наразі ми маємо те, що загинув один з бійців, а саме це був командир батальйону «Волод» Іван Марчук з позивним «Брест». Також відомо, що двоє білоруських бійців, вони потрапили в полон до росіян. Ну і також ми знаємо про те, що ще маємо підтвердити долю ще трьох бійців. Ну що ж, ми чекаємо і будемо слідкувати за цією темою. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.